Так, забор сколько стоит? 60 евро вот этот деревянный щит. Ух ты! Это, вот это вот хороший вот заборчик. Вот. Дорогой. Так, штайны, камни. Это на траву ложить кружочки такие. Так. Приехали посмотреть. Это плиты какие большие. Так, земля для цветов, для овощей земля. И цена, пожалуйста, 11 евро стоит вот этот мешок один, 40 литров. Ой-ой-ой. Так. Вот один такой вот 8,99 стоит. Вот такой вот один. Одна плита вот такая. А что вы хотели? Все дорого. Все дорого. Даже мешки вот эти в камнях продаются. Один мешок сколько стоит? Мелкие. Ну вот этот мешок, например, стоит один зак 6,49. 10 килограмм. 6,49. Уже маленький вообще. Если кому-то надо насыпать, вот 20 килограмм. 6,49. О, вот здесь открыто. Такой камушек. Угу. Дорого. Так, это дерево. Забор. Ага, вот эти вот пластиковые. 24 евро стоит вот эта доска. Пластиковая вот такая доска. 24 евро стоит. Это на пол стелить, на террасу, например, можно. Дорого. Так это вот для розы. 10 евро для розы. Забор. Вот такие вот деревянные. 3,99. 4 евро стоит вот этот булыжник. Сейчас посмотрим здесь. Что, нашел? Да. А, надо спросить. А? Спросить надо. Здесь, я нашел, а то этого нету. А Горнбах здесь? А? В Ольденбурге? Нет. Ну? Значит, поехали в Горнбах. Погрузчик. Ну, а вот и я иду, такая вся красивая. Нашел? А я иду. А? Чё, не? Не то, что я думал. А вообще здесь ничего нет. А, что тебе такое надо? Обить, которая, чтобы вниз была, да? Не, она никакой не. А я думала, у тебя листы такие, как... Вот. Ну, вот хороший цвет. Ну, цвет хороший, а не подходит.
Не подходит. В Воронбах сейчас поедем. Ну, поехали в Воронбах. А значит, это тут тоже в Воронбах. Что-то 94 цент стоит один камень. А, апфюнцыщ штука. Это называется dry dev. Я поняла, сколько он стоит. Сколько я его могу... Сколько я его да, могу, сколько он стоит. Здесь. Штука 94 цента, обалдеть. А, штука 94, а так один, что, один стоит... Ойра. Ойра один. Это что такое вообще? Ужас один. Строится или нет? Слушай, а это не вот это, которое пятки тереть? Ладно, мы тогда так. Да. Я хотела это с Бартом посмотреть. Сейчас. А ты тележку не заставь, пошли посмотрим, что ли. Тележку оставлю. Где? А что мне флиза? Флиза как? Флиза. Меня больше интересует огород. А ты куда хотел флиза? Вот это, наверное, самое дешевое здесь. Это одна стоит 8 УР. Вот это да? Нет, квадратный метр. Квадратный метр? Или штук? Штук написано, опять же. Одна штука стоит 8.20. Не будет, конечно. Ну что-то вот. А, это этот? Да. На... Цены вообще нет. Флиза, а, там... вот. 17. Флиза продают сюда квадратный. Хорошо. Здесь уценили. Так, флиза нам не нужна. Пошли на огород хочу. А? А где? Ну, если не будет, то будем. Ладно, если они бацами, красиво, да? Если они бацами сделают, уже там поняли, бацами. Да, мозаика. Мозаика. Красиво. Вон мозаика.